Дорогие друзья, сегодня с самого утра российский шоу-бизнес обсуждает эту новость. Рано утром в больницу номер 25 города Санкт-Петербург бригада скорой помощи доставила актрису театра и кино, которую знает вся страна, Марину Александрову. Сообщается о том, что ей стало плохо прямо на съемках нового фильма под Санкт-Петербургом. Что произошло на самом деле с актрисой, пока неизвестно. Есть информация о том, что сейчас она в больнице, но врачи сообщили о том, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Я прошу вас поддержать наш канал, подписаться на него, ведь мы делаем для вас интересные новости, которые выходят у нас раньше других. Не верьте никому, друзья, в интернете много фейковых новостей. Смотрите только наш канал и верьте только нам. До скорых встреч на нашем YouTube-канале, друзья. Берегите себя, родных и близких.